Воспитанники Академии «Столица Юни» получили сегодня инъекцию футбольных знаний и навыков от звезд российского клуба «Дина». В мастер-классах участием посетил и наш корреспондент Александр Карась. «Дина» – один из лидеров российского, да и европейского мини-футбола. А Дмитрий Прудников и бразильский легионер Эскер Динья в московском клубе на первых ролях. Так что такой выбор наставников для мастер-класса, прошедшего в Академии «Столица Юни», не случайен. Не упустили такой момент для своих детей пригласить, там, скажем так, лучших мастеров мира именно в футзале. Эскер Динья становился там лучшим бомбардиром чемпионата Испании. То есть Дима Прудников, игрок сборной России, много лет является одним из лидеров там российской суперлиги. Вот, с огромным там желанием пригласили их на мастер-класс, чтобы для наших детей показали какие-то вещи, какие-то интересные там элементы. Заручившись поддержкой игроков столицы Александра Черника и бразильца Бетта, Прудников и Эскер Динья в деле проверили наших юных мини-футболистов. Кажется, довольными остались все. Действующие игроки на время вернулись в детство и дворовой футбол с его неподдельными эмоциями. А 10-12-летние ребята увидели, к чему нужно стремиться, и, возможно, подсмотрели какие-то трюки из арсенала звезд. Я видел 2-3 молодых интересных игроков. Есть левоногие, как и я. Ребятам нужно тренироваться и не распыляться на сторонние интересы. Через 3-4 года можно будет сказать конкретнее, кто из них станет профессионалом. Больше всего, мне кажется, что произвел бразилец Эскарини. Мне понравилась игра сама и тренировка с Бетта. Они вдвоем очень техничные были, и они все были хорошо играли.